хватает одной детали. Нам понадобится замена. Я переделал вашу пусковую установку. Изрыгатель пламени уже готов к испытаниям. Вы только посмотрите на это, твердыня Рока. Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Doom. Метка зверя тем временем. Слушайте, вот, если я правильно понимаю то, что вижу, то твердыня Рока это, по сути, замок самих стражей Рока, который каким-то образом попал в космос. И при этом почему-то весь этот комплекс интегрирован компьютер Вега, то бишь системой ОАК. Такое впечатление, как будто бы Хайден приложил свою руку к технологиям Стражи, черт его знает. А может быть Вега это были технологии Стражи все время, и их присылал себе Хайден? Черт его знает. Я на самом деле, знаете, что хотел бы сейчас сделать? Я хотел бы сейчас потихоньку начать разбираться с тем, что же здесь в итоге происходит. Но для начала давай заберем вот эту пушку. Изрыгатель пламени. Ага. Ну-ка, как ты у нас действуешь? Так, поджигаем врагов, и они начинают выбрасывать осколки брони. Ясно, хорошо. Я пока на самом деле не знаю, как относиться к тому, что здесь сделали. Ага, ясно. Я пока не знаю, как относиться к тому, как здесь сделали вот эти вот моменты. С тем, что получается, нужно использовать изрыгатель пламени, чтобы выбивать броню. Нужно пилить, чтобы выбивать патроны. Нужно там еще что-то, чтобы что-то там... На самом деле все это, конечно, было в предыдущем Думе, но тем не менее это было не так явно заметно, что ли. Слушай, у нас тут прям здоровенный комплекс, я вам так скажу. Я даже не удивлюсь, если на нас когда-нибудь тут нападут. Если, конечно, обнаружат. А это очень сильно похоже на пьедесталы. На пьедесталы аргентов. А, так оно и есть. Кристаллы Стражей. Стражи, если я правильно понимаю, я сейчас буду вам потихоньку рассказывать, вы меня поправляете, если что. Потому что я могу и ошибаться. Потом вы мне говорили про Хайдена, что я типа зря на него так сильно наезжаю. Ну, в общем-то, вы, наверное, правы, но тем не менее, это не отменяет того факта, что он нас подставил в конце. Точнее, использовал, правильнее сказать. Так, это, по сути, улучшение. Ну, похожие улучшения были и в предыдущей части. За исключением того, что они не давали вот такого вот смежного. То есть мы улучшаем это, получаем вот это вот. Ясно. Хорошо, но вот эта способность, получается, у нас будет дальше, я так понимаю, да? Так, что такое быстрый изрыгатель? Это у нас... Я понял. Так, ну, я же говорю, что у нас, в принципе, были улучшения наших способностей и в предыдущей части. Мы собрали аргент-ячейки, помните? Которые давали нам здоровье, броню и боезапасы, честно говоря, не помню. По-моему, нет, по-моему, только здоровье, броню и все. Так, хорошо, быстрый изрыгатель, термитовая присадка осколок от осколки от изрыгателя. Кровь за броню, здоровье в кровь, магнит для припаса. Так, пока наше здоровье на максимуме, целебные предметы будут перезаряжать кровавый удар. Угу. Не знаю, насколько это хорошо. Кровавый удар, это, похоже, будет у нас какая-то способность, но я даже не знаю. В принципе, здоровья выпадает реально много. Давай... Я все равно хочу, на самом деле, прокачать немножко либо броню, либо... Давай здоровье прокачаем. Вот. Угу. Это нам в любом случае пригодится, я полагаю. Хотя, с другой стороны... Ясно. Портал активирован и готов к применению. Хотя, с другой стороны, если мы будем с вами играть очень хорошо, то нам не пригодится много здоровья, согласитесь. Ну давай, открывай. Судя по всему, портал, который сейчас откроется, он нас отправит в другое измерение, мне так кажется. Измерение, как раз в котором находится наш мир. Угу. Так оно и есть.
Если я правильно помню, Хайден экспериментировал именно... То есть он открыл портал в ад, если вы помните. То есть это не совсем... Это не просто он прорыл дырку в Марсе до ядра... Ёлки-палки, до ядра планеты. Нифига подобного. Он открыл портал. Портал, если я правильно помню, это по сути был портал в другое измерение, где как раз он и наткнулся на стражей, на демонов, которые между собой воевали уже не... Сколько там, по идее, 1000 лет, да? Тут я могу ошибаться. Судя по всему, эти роботы все-таки это изобретение не людей, как я подумал изначально. Это, похоже, наши были изобретения аргентов. А ну. Ага. Демоническая угроза. Судя по всему, нам еще придется из нашего товарного дома выбивать эту всю нечисть, да? Сейчас будем потихоньку разбираться на самом деле с этим всем. Я надеюсь, что... Что у нас получится. Слушай, а помните в предыдущей части, как раз когда мы видели призраков наших стражей? С ними тоже были вроде бы такие собаки, нет? Ублюдки, какого хера вы делаете в моем доме? Не знаю, у меня только одно объяснение тому, что сейчас здесь происходит. И объяснение тому предательству. Так, ликование. Ну-ка. Так, я познал на какое... Это что такое? Перевод из выдержки... перевод выдержки из Аллегро Сталтагента, книга царей. Я познал, на какое мерзкое предательство толкает нас худшие проявления нашей натуры, алчности и страсть. Ибо я обману жрецами Деага. Жрецы Деага. Так, погоди секундочку. У нас был... Вот, Деаг Нилокс. Ага. Под личиной союзников сопровождали они меня и жрецов на север, дабы покончить с нечестивой кон-созидательницей. Из их методичивых уст услышал я готовый план. И в сердцах наших они посеяли желание быстрой победы. Жрецы Деага утверждали, что им ведомы источники силы Творцов в царстве демонов. Гигантская горнила, в котором сжигают души невинных, чтобы получить эссенцию преисподней. Стоит разрушить горнилы, победу за нами, так уверял нас служитель Деаговы. И мы поверили им, ибо были, да и остаемся глупцами. Как было нам указано, мы отправили палача Рока и ночных стражей уничтожить горнило душ, и не было у нас иной надежды вернуть себе свои владения. Для их исхода жрецы открыли врата. Но когда последний ветеран отправился в обитель демонов, служители Деаговы запечатали вход из-за их вероломства, наши верные стражи оказались заперты в вечной пустоте. Почему я не разгадал их намерений? Неужто меня ослепила горечь утраты Тараснабада? Или моего народа? Мы вновь бежали, имея лишь один легион ночных стражей для защиты, а жрецы Деага вернулись к своей хозяйке. Да простят меня призраки за мои заблуждения. Значит, нас действительно предали. И получается, что предали наши же жрецы из нашего же народа, судя по всему, да? И сейчас они служат Кан-Созидательнице. Но Кан-Созидательница, она... Кто она такая? Меня просто очень сильно смущает то, что она в обвесе брони, как будто бы она модернизирована, знаете? Как будто бы кто-то над ней уже поработал по типу... По типу этой... Это что такое? Имп? Горгулья? Такое впечатление, как будто бы над ней уже поработала кто-то наподобие Оливии Пирс, например. Умри, нечисть! Ха-ха, жри конфетку! Еще один? Нет, горгулья. Смотри, а эти отличаются зомби. Да ладно! Рыцарь ада!
Как давно мы с тобой не виделись, друг мой. Как давно. Эти, кстати говоря, зомби другие. Это, похоже, зомби именно нашего народа. Аргентов. Я, кстати, хотел сказать, что... Так, погоди, мы еще... Да, мы пока еще ничего не пропустили, хорошо. Я хотел сказать, что мы с вами читать будем, к сожалению, не все. Вот, допустим, бестиарии мы читать с вами, скорее всего, не будем. Я уверен, что здесь в бестиарии есть какие-то крупицы истории тоже. Но, честно вам признаться, их, скорее всего, будет немного. Тут больше будет описано только, что это за существо, к примеру. И все. В принципе, все, что нам надо знать о них, это... Можно ли их убить с помощью свинца? Вот и все. Больше меня ничего не интересует. А дальше меня интересует в основном только история. История... у нас, получается, есть три расы, я так понимаю, да? История. Люди, стражи, то бишь аргенты и преисподняя. Причем преисподняя, как я уже успел сказать, насколько в моем понимании, это не просто вырытая дырка в земле до самого ада. Ни хрена подобного. Это именно порта... Это именно портал в другое измерение. Если мне память не изменяет, то Хайден экспериментировал именно с этим. И, кстати, у нас, видите, у нас сейчас немножко больше жизни, потому что предыдущую... Потому что я решил пере... Ага, вижу. Потому что я решил переиграть предыдущий уровень, потому что мне не понравилось, что я просрал жизнь. Опа, кровавый удар. Потому что я просрал жизнь так по-тупому в тот раз. Так, это удар кулаком, который носит сверхмощный урон. Который перезаряжается такими убийствами. Нужно сделать два убийства, чтобы у нас в итоге зарядился кровавый удар. И после всех расчленить херам собачьим. Супер. Отлично. Подохни. Так, погоди, тут главное не пропустить здесь секреты. Вот, например, ага. Давайте, развлекайте меня. Так, надо его, наверное, открыть, потому что мне так никаких патронов не хватит. Я пока не знаю, как относиться вот к этой ерунде на самом деле с тем, что так мало патронов. С одной стороны, мне это не очень нравится, но с другой стороны, я вижу в этом перспективу динамики в будущем, но не сейчас так. Это руны, которые улучшают наши способности, открывают способности, то есть то, что мы собираем эти кристаллы стражи, это еще недостаточно, у нас есть еще что-то. Так, зверские убийства быстрее, Так, зверское убийство можно совершить с гораздо большего расстояния. Допустим, с зверского убийства мы ускоряемся. Тоже круто. Так, значит, уменьшает управляемость в воздухе. Тоже неплохо. Враги дольше пребывают в оглушенном состоянии. Так, выживаем при одном смертельном ударе. И время недолго замедляется, чтобы мы успели прийти в себя. Ух ты. Интересно, а учитывая, что у нас есть жизни, оно будет, допустим, сохранять нашу жизнь при этом, чтобы я ее не потерял случайно? Так, надеюсь, в воздухе... Так, когда заряд руны полностью иссякнет, нам придется ждать перезарядки. Хорошо, так, находясь в воздухе, чтобы ненадолго замедлить. Ясно, слушай, ну вот это вот довольно круто, потому что мне кажется, что с помощью вот этой ерунды можно будет... Пока мы прыгаем... Успеть убить очень многих. Интересно, как быстро она перезарядится. Так, убийство с помощью снаряжения убийства врагов, находящихся под действием снаряжения, ускоряет перезарядку, тоже хорошо. Так, враги, убитые ударной волной кровавого удара, оставляют здоровье. О! Хорошо. Но мне больше всего пока что нравится вот это вот дело. Давай посмотрим хроноудар, посмотрим, как оно работает. Я просто вижу перспективу использования такой руны. Ага. Ага. Ясно. Все это зависит, какие руны мы будем использовать, все зависит от нашего стиля игры. Хорошо. Я так понимаю, все руны мы открыть, наверное, не сможем, да? Или сможем открыть все, а потом будем их комбинировать. Ах, хрен его знает на самом деле. А, ты смотри. Вот что мне говорили, когда говорили, что я могу прокачивать свое оружие несколько раз. Вот оно что-то, смотри, быстрый зал, большой взрыв, скорость перезарядки бомб, либо радиус взрыва.
который будет увеличен в 40 на 45%. Слушай, здорово. Очень круто. А, видимо, когда... Так, приобрести все улучшения. То есть я должен это и это сначала улучшить, только потом открывается великолепная пятерка, пускай 5 бомб липучек. Ахрень! А 5 бомб, интересно, тратят сразу 5 снарядов? Или как это будет работать? Мне вот интересно знать. Так, подожди, мы сюда пришли, нет? Нет, мы сюда не приходили. Хорошо. Так, нужно быть внимательным, потому что тут... могут быть такие места, скорее всего, которые я просто не смогу вернуться, да? Которые я просто не смогу вернуться, и мне нужно будет обязательно... собрать все. Так, ну здесь вроде бы ничего нет. Вон, идем отсюда. Знаете, кого я боюсь? Я немного боюсь вот этих скелетов с ракетницами. Но они реально конченые. Вот когда они появятся, их сложно убить. Их сложно убить. Арах, арахнотрон, великолепно. Их сложно убить, и при этом они очень быстрые сами по себе. Так, погнали. Ну давай. Развесели меня, чтоб мне не было скучно. Так, мне уже нравится эта штука. В смысле, все что ли? Да алло. У меня просто нет других слов, я разочарован. Хотя, с другой стороны... мы же находимся у себя дома, они уже захватили эти позиции, в принципе, что им тут еще делать, верно? И вот того! Вкусно! Так, нужно использовать чаще вот это все дело. Глаз на сраку натяну. Нужно чаще использовать этот самый... как он называется? Огнеметы, гранаты, вот это вот все. Иначе долго можем не прожить. Интересно, вот этот удар, он мог бы убить, допустим, вот эту мерзость с одного касания? Да хватит убегать от меня, кто из нас демон, твою мать? Кстати, если так подумать, то демон для них, скорее всего, я, чем они для меня, да? Так, зажечь все слухные занятия, чтобы получить очки оружейника, которые... Так, оружейство нашей академической угрозы, хорошо. Так, 10 очков оружейника можно заработать в каждом задании, которое я смогу потом тратить в арсенале. Где вот здесь? Ага. Вот так вот оно, значит, работает. Ясно. Но я сразу решил, что я хочу взять это, потому что, черт возьми, использую я это часто. Скорость перезарядки, конечно, была бы тоже очень круто, но, черт возьми, ты только представь, на 45% увеличить взрыв. Мне кажется, один такой взрыв может полтой карты разнести по итогу. Кстати, здесь, смотри, я сейчас обратил внимание, что демоническая угроза есть еще фиолетовая и сиреневая. И я так припоминаю, что мне рассказывали про вот это дело. Так, подожди, ничего еще не пропустил. Здесь, похоже, будет еще одна стычка потом. Мне рассказывали про это дело и говорили, что вот эта фиолетовая угроза — это что-то какое-то вообще ненормальное. Я туда не допрыгну. Не допрыгну. Стрелетает вот это вот. Лицом в пол, мразь.
Ага, когда я их убиваю, они тоже, получается, выкидывают из себя броню. Слушай, это очень хорошо. Давай! Так, а ну погоди. Здесь целая куча всего, и я, честно говоря, я могу забрать вот это вот. У меня такое чувство, как будто бы не хватает даже какой-то способности, чтобы, допустим, вот туда залезть. Я уверен, что... Я надеюсь, что здесь будет не как в рогаликах, что мне нужно будет потом возвращаться. Я надеюсь, что мы сразу за один заход на уровень сможем это сделать. Так, волк. Где он? Ну-ка, очень интересно. Это запись из архива Веги. В легендах Аргента упоминаются звери-стражи, которые были для закаленных в боях воинов верными соратниками. Зачастую эти звери были крупнее, быстрее и сильнее других особей своего вида. Они руководствовались инстинктами своих хозяев и помогали им в бою. Ночные стражи не открыли тайны происхождения этих существ, полагая, что только они сами достойны таких компаньонов, ясно. Так, я надеюсь, мы с вами все прочитали. Так, вот насчет вот этого я вам говорил. Меня больше всего интересует вот это вот место. Урдок. Что такое урдок? Так, в принципе, все остальное мы знаем с вами, да? Я определенно помню этих волков. Смотри. Стоит на страже. Причем, по-моему, он работает. Я, кстати, когда-то полагал, что Аргенты и вот эти Стражи Рока, Палачи Рока, это разные... Что это разные расы. Но судя по тому, что я сейчас вижу, то, скорее всего, нет. Судя по всему, Аргенты и Стражи это одни и... Да что такое? Это одна и та же раса. Допустим. Кстати говоря, тут в легендах, якобы в легендах, ходят, точнее тут ходят, точнее правильно сказать, легенды о Палаче Рока, что он является практически непобедимой сущностью, которая питается с каждым убитым демоном, то есть каждый убитый демон делает его сильнее. Знаете, в чем прикол? Прикол в том, что... Так объяснилось выпадение аптечек, патрон, вот этого всего из демонов, представляете, это таким образом разработчики объяснили, почему из демонов валятся все вот эти прибамбасы. Это типа якобы мы их убиваем, и типа каждый демон делает нас вот таким вот образом сильнее. Но, честно говоря, я не знаю, как это воспринимать, потому что я это воспринимал как игровую условность, честно вам признаюсь. А но если объясняют... Что этот персонаж бессмертный, потому-потому-то, это окей, а объяснять выпадение аптечек, ну это уже странно, по-моему. Задолго до того, как изранили первое слово уста человеческие, разверзлись небеса и пал с них как бы большой снаряд из металла и камня. Метеор? Сотряслась земля, ибо космическое копье раскололо земли смертных от окаемов до окаема, от холодных пустошей равнины Умбрал до зловонных болот Железного Когтя. Разверзло чрево мира, и изошли из него перворожденные призраки-элементали. Призраки-элементали. То есть это мы сейчас считаем об своего рода о большом взрыве, то есть имеется в виду основание мира, который мы знаем. Упивая свободы свои, они воспарили к небесам и в ликовании своем даровали земле жизнь. И все, чего касалось их дыхания, пробуждалось от вековечной дремы, но там, где ложилась их тень, являлись мир твари яростные, и мрачно делалась местность. По всей Аргент-Дунар звучала песнь призраков. То есть они сотворяли как одно, так и другое. То есть как аргентов, получается, так и демонов, да? То есть вот так. То есть свет и тьма. И первыми появились предки, дикие создания, коих питали чары призраков. Облик их был чудовищен, размеры огромны. Много лет они воевали друг с другом, оставляя за собой лишь разрушение и уничтожая все живое на своем пути. Песня призраков текла, ширилась, и вскоре из степей появились мы, Аргента, и дыхание призраков дало форму нашим душам. Титаны пытались покорить дикие племена, но те не преклоняли колен. Мы раскрыли тайну меча, и наши молоты были...
Постали в сумрачной духоте горных кузнец, пока та не стала достаточно прочной, чтобы сокрушать кости и разрывать плоть. Так появились мы, потомки камня и пламени. Ничтожный род, вознесшийся к величию силой воли своей. С благословения первых мы выковали меч и щит, а потом нанесли удар предкам. Мы стали владыками всего сущего по праву крови и магии, и наступило время людей. Прогнав древних чудовищ в скорбные долины, мы воспряли, мы пахали плодородную землю, разводили тягловой скот, плавили сталь, строили величественные города. Нашим королем стал Армера отец, восседавший на обсидиановом троне в священном дворце, первый в бесконечном роду правителей. И возвели мы собор размышлений, дабы почтить первых, и создали орден Де Ага, поручив жрецам его почитать. Поручив жрецам его почитать призраков и утолять их яростный голод. Дочери и сыны наши выбирали путь меча или алхимии, ибо любой из них чтил богов. И хотя пути наши были праведны, не избавлены мы были от борьбы. Бури и землетрясения низвергали наши шпили. Племена варваров осаждали наши земли в поисках великих даров, которых мать Аргента не спасла нашему миру. А песня призраков ломала низких духом, искажала тела их и доводила до безумия. Но мы не были низки духом, мы защищали дары первых, наши земли и все, что сокрыто в их недрах. Мы давали отпор полчищам варваров, и крепла решимость наша. Мы восставали из племени, закалившего и тела наши, и души, и несгибаемая воля крепла в горниле битв. Так зародилось сердце нашего легиона, Орден Ночных Стражей. Интересно знать, вот эти предки и все остальное, это речь идет все-таки о демонах, или так, как я предположил изначально, что элементали создали и людей, и демонов. Это очень сильно, чуть-чуть, самую пропаль малость напоминает скандинавские мифологии. Чуть-чуть. Ага. Слушай, вот это очень круто, это надо использовать. Это своего рода дэш, и я могу его использовать для того, чтобы уворачиваться. Отлично. Это очень хорошо. Так, а ну погоди, я же могу, по идее... Я же могу вернуться? Я не могу вернуться. Странно. Не, ну я помню, что нам говорили, что мы сможем телепортироваться, конечно, ближе к концу миссии. А, можно было. Ну ладно. Так тоже вроде сработало. Короче, будем пока что считать, что варварами они называют вот этих демонов. То есть я должен просто болт на это положить? Это ты хочешь сказать? Ты вообще просто голограмма. Ты вообще живой?
Мне вот интересно знать. О! Странно, что она не была отмечена у нас здесь. Я думал, что если я здесь нахожусь, то оно автоматически должно было нам все показать. Я не знаю, этот король Нови говорил так... Говорил так, как будто бы он здесь находился. Прямо сейчас. Находясь при этом в другом месте. Может быть, он действительно здесь и находился. Точнее, может быть, он действительно находился в другом месте. Просто голограмма здесь... Как в «Звездных войнах», короче говоря. Просто включил свою голограмму, увидел нас в этом зале. Черт его знает. Не хочется просто думать о том, что король Новик мог быть тоже предателем, честно говоря. Именно поэтому он не хочет, чтобы я мешал этим самым. Кто ты вообще такой, дай-ка? Я тебя узнаю. Архив Веги. Если Вега это все-таки компьютер... компьютер ОАК, то тогда они прям, ну, очень много знают. О нашем народе. Король Новик много лет был воином-патриархом Твердыни Стражи, воином-патриархом Твердыни Стражи, избранным самой судьбой защитником их миров. Возвращенный войной, народ Стражи считает, что лишь представители воинской касты достойны править. В бою король должен командовать войском, биться в первых рядах, а не отсиживаться в тронном зале. Хартия Стражи подчеркивала, что король не способен сражаться, не способен и править. Боже, это отлично, не то что как, не то что сейчас, да? Президент, как только какая-то срака начинается, президент просто отсиживается и где-то там, и все. Да и не только он, а вообще все, короче. Тысячелетия народ Стражей защищал свою цивилизацию от тварей. Множество поколений, оттачивающих военное ремесло, постепенно превратили его в искусство войны, как главное свое наследие. Даже в мирное время ночные стражи сохраняют бдительность и разрабатывают новые способы вести завоевательную войну, дабы упрочить власть над вассальными мирами. Хорошо. Очень сильно их их вот этот боевой дух напоминает дух викингов на самом деле, прям как прям очень сильно. Ага. Но умри! А, ну да, у нас же есть эта способность, нужно не забывать ее использовать. И вот это вот нужно не забывать тоже использовать. Ясно. Эта штука не убивает так просто. Блин. Так, нужно кого-то распилить, иначе я так долго не проживу. Вот, например, тебя, почему бы и нет? А, все, серьезно. Какого черта? Я только начинаю разогреваться, и все, и сразу конец. Погоди, а мы же отсюда вроде бы... А, нет, не совсем так, не совсем отсюда. Угу. Позволит восстановить энергоснабжение корабля. Часть отсеков сейчас законсервирована. Найдете достаточно батарей и сможете использовать все функции корабля в полную силу. Все функции корабля в полную силу. Ну хорошо, допустим. На самом деле есть тоже свои прелести в том, чтобы отсиживаться где-то в тылу в качестве главнокомандующего. Просто ты стратегически видишь, кого куда отправить, например. А когда ты на передовой, ты ничего не видишь, ты просто всех отправил в бой. До свидания, и сам пошел рубить. Боже, ты только посмотри на это. Пока что я считаю, что те варвары и древние, с кем они воевали, наш народ имеется в виду, это... демоны. Будем пока так считать. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Так, тут было... Тут была жизнь, кстати говоря, которую я не взял. Нужно сейчас будет вернуться и взять.
Тихо. Я когда нахожусь в воздухе, я имею возможность только один раз сделать дэш, ясно. Что это такое? А, это же то, это же этот самый гнездо, как было в первой части, это оно. Секретные стычки, необязательные бои на время, спрятанные по миру. Так, ресурсы прочно бы не восстанавливаются. За каждую секретную стычку дают это очко оружейника. Хорошо, сколько у нас, кстати говоря, в данный момент очков? Боже. Так, подожди, оно же было на время. Я не обратил внимания, что я мог завалить. Я даже не посмотрел, сколько времени на это дали, кстати говоря. Так, в следующий раз надо быть внимательнее с этим. Так, кроме прочего, где-то здесь недалеко мы еще пропустили жизнь. Говорят, что эти жизни я потом очень легко могу потерять. И я, в принципе, охотно в это верю. Что такое может произойти? А, это прямо здесь. Вот она. Угу. Так, и назад я так просто уже не вернусь. Это нужно, похоже, обходить, да? Хотя, может быть. Может быть, вот так? Великолепно. Нужно будет научиться использовать этот дэш в бою. Так, чтобы сразу, когда нас летят, чтобы я мог сделать вот так. Оп, и все. А назад могу? Отлично. Очень хорошо. Просто потрясающе. Интересно знать, если жрецы предали... если жрецы предали наш народ, может быть, есть и те, кто тоже мог предать? Допустим, другие палачи Рока. Или нет, или наш палач особенный. Хорошо, стражи. Просто ночные стражи. Может быть, есть такие, которые могли тоже предать наш род? Вот здесь могло еще что-то остаться. На самом деле. Угу. А, да, плазменное ружье. Ага, и этот конченый ревенант, которого я так боялся встретить. Оно интересно, просто интересно. Ревенант был создан в качестве экспериментального по производству биологического оружия с использованием реанимированных некромантических тканей человека. Ясно. Не то, чтобы мне было интересно, на самом деле. Мне главное знать, как... как от этой мрази избавиться. И самое главное знать, что она умирает, если я ей наступлю на голову. Вот и все, что мне надо знать. Все? Да что такое? Когда будет уже нормальная стычка? Хотя это еще не закончилось. На самом-то деле. Угу, ясно. Ага, я ждал тебя, мой дорогой друг. Нет, беги, огонь! Что это было? Подлюка напугал меня. Нужно чаще использовать все наши способности, если мы хотим
Ага, если мы хотим добиться в этом чего-то. Потому что они броню снимают сразу. И, короче, когда у нас будет возможность, нужно будет сразу докачать броню, например, до сотни. Угу, ясно. Я тебя услышал. Докачать броню до сотни, к примеру. О, да! Это основная тема этого нового дума, похоже. Докачать броню до сотни, потому что ее здесь реально много выпадает, а я ее всю не могу ни конвертировать, ни во что, ни просто собирать. Иу. Вы хотите сказать, что мне туда надо залезть? Это, кстати, очень сильно напоминает просто останки, знаете, как будто бы просто взяли, наизнанку вывернули одного из этих гигантских демонов. А это желудочный сок, которым я прыгать не могу. Что-то мне подсказывает, что они это используют в качестве ловушки. О! Мразь! Так, с этой хренью нужно быть аккуратней. Так, жизнь. Да твою дивизию! Я здесь не могу маневрировать! Может быть, её просто рукой жахнуть? Так, плохо дело. Очень плохо. Так, я не знаю, как с ними здесь справляться, честно признаться. Они сейчас нас просто убьют. Сейчас просто на ровном месте потеряем здоровье. Охренеть, ты посмотри на эту карту. Это что такое? Это есть сиреневая угроза. Точнее, ну да. Фиолетовая, точнее. А здесь как раз те самые титаны. Короче, мне уже страшно туда идти, потому что я помню, что вы меня предупреждали обо всем этом. Когда-то. Да вылазь ты уже. Фу. Жуткое место. Очень жуткое. Кстати, что касается Хайдена, знаете, что я хотел вам сказать? Я хотел сказать, что Хайден... Почему я на него так взъелся? Просто по той единственной причине, что он сам по себе... Давай возьмем вот это вот. Угу. Попробуем. Я взъелся на Хайдена потому, что он, по сути, нас просто использовал. Я понимаю, что он на самом деле хотел как лучше для человечества, но это не отменяет того факта, что он использовал технологию чужую. Да, окей, чтобы решить экономический... Рядом находится реактор стражей. С ним вы сможете запустить робота и расчистить себе путь. Угу. Чтобы решить энергетический кризис нашей планеты, нашего измерения, правильнее, наверное, было бы сказать. Я понимаю это. Но это не отменяет того факта, что когда у него все пошло из рук вон плохо, он нас пробудил, чтобы мы решили проблему с демонами. А потом нас же, когда мы решили эту проблему, якобы, отправил во свояси. То есть он нас просто использовал. Ну, мне такое просто не понравилось. Вот и все. Вот и все, в общем-то. Что нужно знать про Хайдена. Может быть, я, конечно, и пригнул палку с тем, что сказал, что хочу надарить ему сраку. Меня просто злоба обузда.
Ага. Интересно, а мы сможем больше дышать в будущем? Или нет? Красота. Попробуем, кстати, вот с этой ерундой походить. Посмотрим, как оно будет работать. Простите, я просто решил автоматически перезарядиться. Сколько оно тратит? Сколько? 5? Ах, не, даже 6 получается. С ума сойти. Так, а ну секундочку. Очень много чтива здесь на самом деле. Очень много. В эпоху горя, когда на престол взошел король Этракс, на народ Аргента снизошла благодать свыше. Из верхнего мира явились существа, и цветом они были подобны фарфору, и несли они на дно дары. Наблюдая за подвигами нашими и восхищаясь убеждениями, решили они заключить союз с мечами нашими и даровать нам мир длительный. Никогда прежде мы не встречали существ, подобных этим. Ни меч их не брал, ни щит не теснил, и казалось, будто эфирная плоть сияющих существ этих чуждой идеи смерти. Они умели перемещаться сквозь пространство и время и властвовали в известных и неизвестных нам измерениях. Уподобляясь им, мы становились сильнее, и общество наше укреплялось через их бескрайнюю мудрость и всезнание, обретя защиту на этом и том свете». Такое ощущение, как будто мы сейчас читаем об ангелах, знаете? И он сказал, что ведомых и неведомых нам измерениях, то есть они уже знали о каких-то измерениях, например, о измерениях людей, наверное, да? То есть палач Рока за людей просто потому, что он против демонов, по сути. И люди против демонов. Враг моего врага, мой друг. То есть он против людей пока еще с ними ничего не имеет. Но на людей, в общем-то, я уверен, может и убить тоже. Ну вот, например, Оливию Пирсу. Ну хотя Оливию Пирс предал, тоже превратил тебя. Короче, ладно. Это мы слишком далеко пока что зашли. Мы изощряли оружие и познавали науку чар. Они же укрепляли и душу, и дух наш. Сама смерть была нам теперь не страшна. Те, кого мы величали творцами, наши новые союзники в том жестоком мире, даровали нам смерти тот покой, к коему мы так яро стремились в жизни. Нас ждал вечный мир и бесконечно утешало знание о том, что в ином краю, далеко за пределами бренного мира, нам уготовано воссоединение с братьями по оружию. По закону Творцу, в силу наших обычаев и чистота нашей сущности давала нам пропуск в великий град над облаками. Там наши жены и дети, братья по крови и по оружию, выйдут нам навстречу. А на столе у вас, наверное, будет стоять поросенок, который, когда вы скушаете, он снова отреспается, и его можно будет скушать снова. Но это просто тоже из... Это как Вальгалле. У них на столе стоит... У них пирушка, и на столе стоит еда, которая не кончается, включая поросенка, который, когда ты от него отрываешь кусочек, этот кусочек назад отрастает заново. И ты можешь от него кушать сколько тебе душе угодно. Мы приняли святое учение Творцов, получив вместе с ним и шанс на то, что наши бессмертные души обретут вечный покой в благословенном Урдаке, исполняя обет... Урдак? А ну. Урдак. Мы все-таки будем в Урдаке. А Урдак это их... Это их рай. Охренеть. Очень интересно. Исполняя обеты, принесенные новыми богами, мы познали невиданный доселе мир, ибо творцы были не схожи с первыми, чье присутствие не сулило ни блаженства, ни постоянства, ни избавления от страха в этом суровом мире. Творцы же отнеслись к нам с теплотою и припроводили в новую эру духовного благоденства. Я, конечно, извиняюсь, но Кан-Созидательница, случаем не вот это, не одна из этих творцов. Она что-то такое говорила о нем. О них, точнее. Отлично. И на секундочку, на карте она не обозначалась, кстати говоря, что она там есть. Значит, есть смысл все-таки
Но это еще по первой серии можно было заметить, что секреты не всегда, не все отмечаются на карте. То есть не нужно... Нужно все-таки обрыскивать места, которые кажутся подозрительными. А я забываю иногда это делать. А еще мне интересно вот что. Если я прыгну... Ага, ясно, оно все-таки замедляется, хорошо. То есть я могу использовать прицел в замедлении. Оно... Врата в ад открыты!